Эй, на погибели! Вахтенный! Вахтенный! Эй, кто здесь? Эй! Здравствуйте, меня прислал... Здравствуйте, меня прислал хозяин. Я подёнщик. Эй, 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 эй! Здесь есть кто-нибудь? Здесь есть кто-нибудь? Есть кто-нибудь? Есть кто-нибудь? Здесь есть кто-нибудь? Человек ничего не боялся. Бывает. Барьеру бояться не может. У него работа такая. Карьер, карьер, кабарьера, сказки все это. Говорит, ничего не боится. Нельзя ему бояться. Вот ты плавать не умеешь. Давай, прыгай. А? Ну куда ты пошел, раз ты ничего не боишься-то, а? Машка, давай, прыгай. А? Струсил. Ты трус, Машка! О, Господи. Машка, Машка! Ты что это? Я пошутил! Машка!
Ой-ой-ой-ой, вот тяна. Ой-ой-ой-ой. Вот человек выловил, слава богу. Я слышал, как сверху закричали. Ай, Машка, выплыл. В кубрике я совал мокрому испанцу свою куртку. Испанец отмахивался. Ну, скажи, какая утопленница фокусная, хрипел Яшка. Да черт с тобой. Да черт с тобой. Бубнил Яшка, утопленница. Думаешь, испугался? Да тут поискать, может, в каком углу и живой утопленник, то есть, я говорю, дохлый найдется. На погибели, на нашей, где-нибудь в трюмах или под котлами, а? Афонька, правду я говорю? Но никто не отвечал. Яшка погрыз луковицу, поглядел на нас и вдруг озлился. Доброе утро, Павел Михайлович. Здравствуйте. Доброе утро, Борис Степанович. Да, утро. Действительно доброе. У меня к вам просьба, Борис Степанович. Слушаю вас. Заболел Феликс Галактионович. Сделайте одолжение, разнесите его телеграммы. Всего две. С удовольствием. Павел Михайлович. Да? А я от вас ухожу. Открылась вакансия на кораблестроительном заводе. Слава богу. Угу. Я очень рад за вас, Борис Степанович. Спасибо. Поздравляю. Спасибо, Павел Михайлович. Ну так, где телеграммы? Пожалуйста. Угу. До свидания, Павел Михайлович. До свидания.
Добрый день. Здравствуйте. Это квартира товарища Корничукова? Да. А вы что, были знакомы с отцом в Одессе? Почему вы так решили? Потому что все петроградские знакомые знают папу как Корнея Чуковского. Это его литературный псевдоним. Ну, я об этом знаю тоже. Но Николаем Корничуковым мне его звать привычнее. Вы знаете, у меня к вашему отцу дело. Запишите мне, пожалуйста, номер вашего телефона. Я позвоню ему позже. Спасибо. Жаль, что его нет. Ну ничего, до свидания. Подождите. Я вас узнал. Так, где он? Вот. Вы Борис Житков. Вы с отцом в гимназии учились. Да. Учился. Вы не уходите, отец вам будет очень рад. Дело в том, что я сейчас на работе. Мне нужно еще две телеграммы отнести на Литейный проспект. Разрешите? Так это в двух шагах отсюда. Я отнесу. Я уже вернулся, Борис Степанович. Хотите чаю? С удовольствием. Но давайте сначала познакомимся. Чуковский, Борис Корнеевич.
тезки. Борис Степанович Житков. Ну так будем чай пить? Непременно. Командуйте. Борис Степанович, а мне папа много о вас рассказывал. Это у вас была первая в России афганская борзая по кличке Барт и лодка с парусом. А у меня в Одессе бабушка. Мы к ней летом поедем. Вы не хотите с нами? А чем вы сейчас занимаетесь? Ты же видел, телеграммы разношу. Почему? Вы же моряк. По целому ряду причин. Во-первых, я хочу осуществить свою мечту на кораблестроительном заводе. Там открывается вакансия инженера-технолога, так что телеграмма это временно. Во-вторых, я много путешествовал, много видел. Словом, начал писать. Ну, морские истории. Не знаю, что из этого получится. Это книга из истории кораблестроения? Нет, это книга рассказов про то, что со мной было когда-то. Знаешь, я почти что ничего не выдумываю, Борь. Жаль. Жаль, что не выдумываю. Жаль, что эта книга еще не написана. Да. Ну, хочешь, я тебе прочту один из рассказов морских историй? Я сегодня написал его ночью. Перечитать было некогда, на работу надо было спешить. Хочешь? Скажи, отец обычно когда возвращается? По-разному. Часа через полтора будет. Ну, хорошо, я тебе прочту. С одним условием. Ты мне сразу скажешь, что хорошо, что плохо, погибели. В чем? Погибели. Так называется рассказ. Странно, Боря. Странно. Я волнуюсь. Погибель. Так все и звали в порту этот пароход. На него я нанялся подъемщиком. Так и сказали мне кричать, на погибели. Пароход стоял у стенки волнолома, борт был страшный, ржавые листы местами были закрашены суриком. Вмятины обрисовывали ребра, как у голодной клячи. Пока я влезал по штурм-трапу, я уже измазался ржавчиной. Я вошел в кубрик, поздоровался. В кубрике было полутемно, они сидели, ели лук и грызли его, как яблоки. Больше ничего у подъемщиков на столе не нашлось. Я узнал, что Рыжего зовут Яшкой, а старика Афанасьем Ивановичем. Чего ты глядишь-то? Погибель 5 годов на боку, под берегом лежала. Тут утопленники, царство им небесное, карты дулись за этим вот самым столом. А до этого на ней, почитай, годов 50 кряду без ремонта, мертвых спать возили. Маша, ты присядь, закуси. Хе, ты не удивляйся, у нее бабье имя, Мария. Да у нее спиток имен, и вот Мария тоже. Меня зовут Хосе Мария Гомес. Так моего Маша. Он не русский. Испанец, слыхал? Испаньола. Охвастает, ничего не боюсь. Ну, нельзя, говорит, не бояться. Да, мне не можно бояться. Я тореро. Вы тореро? Да, сой тореро. Странно, я первый раз в жизни вижу живого тореро. Это правда? Правда. Вначале я был на лучшей дороге. Каждый день с утра цветы. Полно, полно цветов. Некуда их поставить. Даже в комнате было душно от цветов. У меня был выпад.
удар шпагой. Такой, как ни у кого. Молния. На арене я не становился в позиции. Я стоял спокойно. Транкило. Но я все время следил глазами за быком. Я точно знал, что это последний миг. Нет. Пол. Четверть мига. И вот замерли все. Кажется, что вот поздно уже. И в это мгновение молния. Это я тебе не верю. Это же бык западать может. Да какой ты к черту Торрера? Ты плавать-то не умеешь. Врешь ты все. Я врешь, да? Врешь? Ну, ты чего это? Ты чего это? Ты бык. Это рога. Давай. Чего давай? Ты бык. Иди на меня. Ты хочешь меня убить? Коррида! Компренде? Прекратите. Это мое дело. А если я тебя убью? У тебя есть свидетели. Ну, вперед! Тогда на полмгновения раньше ринулся бык. Я испугался, побежал. Я сказал себе, кот, нет, 3 года ты ни разу не струсишь. Тогда снова Тореро. И давно это произошло? Через 2 месяца и 10 дней, 3 года. И ни разу? Ни разу. И он не помнит, как оказался на иностранном пароходе и там забился в какой-то угол. И он не выходил на свет до самого отхода. А потом ему дали переодеться и сунули в руки лопату. Теперь я угольщик Карбонеро. Но я сказал себе, что это я испугался первый и последний раз. Я теперь всю жизнь ничего не смею пугаться. Борис, а как правильно сказать по-русски «я не можно»? По-русски... Я не должен ничего бояться, ответил я. Борис Житков, бог мой. Сколько же лет прошло? Сейчас 23-й, мне 41. Тогда был 893-й. Мы познакомились с Борисом в детстве, то есть еще в 19 веке. Мы были однолетки.
Учились в одном классе, одной и той же одесской, второй при гимназии. Но он долго не обращал на меня никакого внимания, и это причиняло мне боль. Я принадлежал к той ватаге мальчишек, которая бурлила на задних скамейках и называлась Камчаткой. Он же сидел далеко впереди, молчаливый, очень прямой, неподвижный, словно стеной, отгороженной от всех остальных. Нам он казался надменным, но мне нравилось в нем все, даже эта надменность. Мне нравилось, что он живет в порту, над самым морем, среди кораблей и матросов, что все его дяди, все до одного, адмиралы, что у него есть собственная лодка, кажется, даже под парусом. Но не только лодка, но и телескоп на трех ножках, и скрипка, и чугунные шары для гимнастики, и дрессированный пес. А где ты их возьмешь? Не понимаете? А это видел? Хорошо, пойдемте. Дойду до учительской на руках. На спор? Да, на что? На две бутылки кваса. На пять. Вдоль. Идет. Ну что, Зоя, в диктовке боишься? Отчепись, Колька. Тебе можно на руках ходить, у тебя сплошные пятерки по диктовке. И ты, Тимоша, тоже боишься? Ну, ты знаешь, что я болел. Придумал. Постой, Тимоша, придумал. Вот. Это зачем? Я протяну бечевку от твоей ноги к своей и буду дергать во время диктанта на знаках препинания. Дерну раз, запятая, два, вопросительный, три, восклицательный, четыре, двоеточие. Запомнил? Запомнил, здорово. Запомнили? Раз запятая, два вопросительный, три восклицательный, четыре двоеточие. Здравствуйте, господа. Прошу садиться. Диктант. В тот день, когда доблестный Игорь, ведущий войска из лесов и болот, увидел ведущий войска из лесов и болот, увидел, что в поле, где стояли враги, поднялось зловещее облако пыли,
зловещее облако пыли сказал: как сладко умереть за отчизну, как сладко умереть за отчизну. Диктовка. Что я вам говорила? А что на втором листе? А? Надо почитать. Нет, хитренькие. Гаудиамус игитур, юрес дум сумус. Гаудиамус игитур, юрес дум сумус. Здравствуйте, господа. По приказу господина попечителя учебного округа, его сиятельство графа фон Люстиха, комиссия по проверке успехов учащихся рассмотрела тетради с написанной вами диктовкой и отметила очень странную вещь. Прошу садиться. Вот, к примеру, Зуев Григорий, Козельский Иосиф. Нельзя ли их попросить к доске? Так, значит, где же? А вот. Уви, двоеточие, дел. Что в поле, где стоя, запятая, ли. Вра, восклицательный знак, ги. Поднялось зловещее об, запятая, лако. Пы. Вопросительный знак. Ли. Он сказал: как слад, запятая, то. Умереть. Двоеточие. За от, запятая, чизну. Вот так написал свою диктовку Козельский Иосиф. За такую диктовку единица, конечно, слишком большая оценка. Мы ставим Козельскому нуль. Равно как и Зуеву Григорию. Но есть среди вас такие, что даже нуля недостойны. Это Максим
и Александр Бабенчиковы. Ну что вы, я же помочь вам хотел. Я не виноват, что у меня почерк быстрый. А у нас нормальный. Он пятерочки получает, а мы... Оставьте его! Оставьте сейчас же! Прекратите! Он же вам помочь хотел! Уйди, а то и ты получишь. Не уйду. Ну, гляди. Ах так? Ты чего? Ты чего маленьких трогаешь? Киска, иди сюда. А как ты так? Что? В классе с Бабенчиковыми. Бокс, драка такая английская. Матросы меня научили. Научи меня. Хорошо. Прямо сейчас научи. Мне очень нужно. За один раз всему не научишь. Покажи хоть что-нибудь. Хорошо, раздевайся. Я покажу тебе один удар. Хук называется. Приготовились? Бей меня справа. Бей. Ну, бей, не бойся. Ага, еще раз. Ладно, так у нас ничего не получится. Бей меня, только медленно. Давай. Ага. Вот так. Понял? Понял. Теперь давай поменяемся ролями. Давай. Всего доброго. Одну минуточку. Последний штрих. Здравствуйте, Эдуард Ильёшев. Здравствуйте, Борис. Знакомьтесь, это Николай, мой одноклассник. Очень приятно. О, какие у вас прекрасные синяки. Зайдите, я вам примочки поставлю. Нет, что вы. Мы дома. Ну, как хотите, до свидания. До свидания. Заходите. Ну-ка, кажись. Очень заметно. Вот это фонарь. Да. Подожди-ка. Че? Пошли. Куда? Пошли, быстро! Ты чего? Кого ты увидел-то? Ой, девочки, идите скорее, вас зовут. Ладно, идем. А кого ты увидел? Так, одну знакомую. Вот это дыра. Ой, хоть домой не ходи. Почему? От матери влетит. Так пошли ко мне. У меня зашьем. А тебе не влетит? За что влетит? Ну, за драку. Ничего мне не влетит. А что скажешь? Правду, конечно. Я родителям никогда не вру. И тебе ничего не будет? Ничего. Тогда пошли. Ты знаешь, где мы сейчас сидим? Где? В этом доме жил Пушкин. Вон, на втором этаже окно светится. Видишь? А я и не знал. Как странно. Thank you.
Добрый день, Борис Степанович. Василий, добрый день. Здравствуйте. Добрый день, Борис Степанович. Здравствуйте, Никита. Добрый день. Здравствуйте. 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 Приятного аппетита. Спасибо. Здорово. Здорово, хлопцы. Здорово. Вот, познакомься, мой одноклассник. Здравствуйте. Присаживайтесь. Николай. Костя. Николай. Ты пробовал когда-нибудь жареных филе? Нет. Попробуй. Ешьте на здоровье. Вот мой дом. Где? Да вот перед тобой. Этот? Да. Интересно. У самой воды. Они тебя Борисом Степановичем зовут? Меня тут все так зовут. Из-за отца? Нет, дядя мой здесь начальник, адмирал. У меня их четыре, братья отца и все адмиралы. Только отец статский, он в порту работает, в конторе. Тогда понятно. Ничего тебе не понятно. Это они со мной дружат, а я с ними. С этими? И с этими, и с другими. У меня тут много друзей. Они же взрослые. Ну и что? Со взрослыми тоже можно дружить. Господи, Боря, дрался? Ничего особенного, мама. Это он с вами? Познакомься, это Николай Корничуков. Мы с ним в одном классе. Очень приятно, Татьяна Павловна. И все-таки, мальчики, вам надо привести себя в порядок. Я сейчас вам примочки сделаю. Примочки — это ерунда. Море — лучший лекарь. Давай искупаемся. А где? Да вот же море перед тобой. Познакомься, это Николай из моего класса. За правое дело? Конечно, за правое. Рад познакомиться. Прошу, к столу. За правое дело можно и кулаками, но лучше всего словом. Словом не получилось. Ну, значит, не то слово было. Так что же это был за бой? Я надеюсь, не с ветряными мельницами? Со стадом баранов. Боря у нас известный Дон Кихот. А вы читали Дон Кихота? Читал, но не полностью. Вам не понравилось? Я надеюсь, что вы доказали, что это. Конечно, доказали. А Дон Кихот мне понравился. Просто не достал полного и читал сокращенный. Чего стоишь? Твоя? Наша. Мне отец разрешает, когда захочу. Нравится? Нравится. Ты грести умеешь? Нет. Давай научу. Давай. Сбегай за веслами и в путь. А где они? Вон они, наверху. Есть, капитан.
как здорово у тебя получается. А можно мне попробовать? Грести, что ли? Да. Давай, пересаживайся. Только осторожно, шлюпку не переверни. Да не брызгай ты! Не топи весла! Раз, два, раз, два. Вертлявая какая-то лодка. Лодка – это для барышень. Для моряков шаланда бывает. Или баркас. Или вот это, знаете, ялик. Все равно вертлявая. А ну не бросай весла. Левым табань, правым загребай. Раз. Откуда здесь все это? А? Чугун, ложки. А это наше. Мы сюда часто с ребятами рыбу ловить приходим. Ну, скоро будет готово. А, и мне тоже. Борь, а я вот думаю, ты только не обижайся. Ты все знаешь, все умеешь, храбрый. Ты взаправду ничего не боишься или только передо мной выставляешься? А что мне перед тобой выставлять? Вообще-то я не трус. Теперь не трус. А раньше всего боялся. Высоты, темноты. Всего. Вспоминать противно. А теперь не боишься? Я волю закаляю. А как? Ну, ты высоты боишься? Боишься, я знаю. Правильно. Ее все боятся. А ты лазай там, где страшно. Лазай и не бойся. Да, не бойся. А если страшно, аж в животе холодно. А ты перебори. Лезь и уговаривай себя. Чепуха, не страшно. Уговоришь. Уговоришь, как же. Пойдем. Куда? Пойдем, пойдем. Иди сюда. Иди, не бойся. Вниз не смотри, смотри на меня. Да на меня смотри. Вот. Ну что, страшно было? А, ерунда. А вы давно пишете стихи? Давно. Со второго класса. Прочтите что-нибудь. Я прочту «Гимназиаду». А это о чем? Это поэма про наш с Борей класс. Страховку от дурного бала завел на парте Акуджала. И пред диктовкой, где же тот, кто страховаться не пойдет? Уж лучше у Акуджала застраховаться, чем твой телефон. А я, честно говоря, думал, что ты того. Глупый, что ли? Нет, ну не серьезный. А ты вот поэтом оказался. Боря, перестань. А еще что-нибудь прочтите. Я прочту, а ты угадай, про кого это. Как он умел страдать зубами, чуть замечал, что алчный грек своими хищными очами его страданием обрек. Как шуткам Прошкиным смеялся, инспектор Прошкой назывался и слыл великим шутником. Зюзи Козельский, абсолютно точно. Да, правда. Я вот написал еще один стих для «Гимназиады», но правда не полностью. И грек вошел, и все мы встали, как волоса на голове. А? Что? Корничуков поэт!
Если я и вправду поэтом сделаюсь, я знаете, как подписываться стану? Как? Корней Чуковский. А что, неплохо. Известный литератор Корней Чуковский. Браво! Здравствуйте. Здравствуйте. Да это я с тобой здороваюсь. А, ты чего здесь? На, отец просил передать, держи. Вам говорят. Петр Савельич, нам уже забираться надо. Не волнуйся, душенька, мы сейчас, сейчас. Ну что, сошел? Мама, познакомься, это Борис из моего класса. Очень приятно, Борис Житков. Он мне книгу принес. Здравствуйте. Колю, як же ты динозавром? Ничего особенного, небольшая тренировка. Щиро дякую. Знаете что? Зайдите до комнаты, переодягнитесь, а я вашу одежду до путя доведу. Ничего не надо, я дома сам все делаю. Да тоже в дома, а зараз вы в гостях. Ну, заходьте. Thank you.
А вот Артур. А вон еще одна, яркая. Это Альфа, созвездие Волопаса. Борь, а ты кем будешь, когда вырастешь? Я еще не решил. Мне все интересно. И звезды, и фотография, и скрипка. Но больше всего я море люблю. Штурманом дальнего плавания хотел бы стать. Или путешественником, как Миклуха Маклай. Я бы тоже хотел. На острове Туземцы. Или как Робинзон Крузо. Хотел бы? Я не знаю. Как-то не думал.